Мужик самогон выгнал, а куда наливать, блядь, хуй ее знает, блядь. И сказал, смотри, блядь, о, банка из-под березовый сок, и там написано, на этикетке березовый сок. Он хоп туда самогонку, закрывает крышкой, нахуй, это, блядь, у него если, блядь, менты придут, блядь, найдут же, нахуй, ебаный рот. Как быть-то, блядь? Ну, он хоп, нахуй, за диван поставил. И сам так продумает, как может быть, а как они могут найти менты. Ну, берет, заходит за дверь, в роли себя мента поставил, ментов поставил и самого себя. Ну, раз выходит такой, стучит нахуй, тук-тук-тук, и сам себе отвечает, кто там? Мы с милицией, ну, заходите. Ну, раз, блядь, зашли, что за диваном стоит? Березовый сок, дай попробую, хуя, когда найдут, блядь. Ходил, блядь, давай я, блядь, сервант поставлю. Сервант поставил, заходит такой за дверь, блядь, опять стучит, сам себе отвечает, блядь. Кто там? Дай мы с милицией, вон, заходите. Что в серванте, блядь? Березовый сок, дай попробую. Попробовали. Попробовал, нахуй, не найдут, нахуй, суки, блядь. Давай я, блядь, его поставлю, нахуй, блядь, в шифонер, блядь. Банку с самогонкой. Ну, чё, блядь, нахуй, хуяк заходит опять, стучит, блядь. Кто там? Мы с милицией, заходите. Что в шифонере? Да березовый сок. Ну, да, попробую, нахуй. Попробовал, блядь, поэтому не найдут, нахуй. Холодильник везде, куда бы ни ставил, везде вроде бы, блядь, должны найти, блядь. И, блядь, и поставил он уже, нахуй, ее, блядь, на стол, нахуй. Смотрит, блядь, стук такой, он уже сидит, блядь, стук такой. Он, кто там? Да это мы с милицией, блядь. Заходите, нахуй. Они заходят такие. Что такое, блядь, на столе стоит? Березовый сок, менты. Ну давай, дай попробуй. Да вы, блядь, уже какой раз заебали уже пробовать, нахуй. А так он это, да, нас? Да, он везде его, блядь, прятал и сам заходил, нахуй. Сам заходил, блядь, выходил и стучал, и себе отвечал. Заходите, нахуй, ебать, дай попробовать, что там, где там, что там, нахуй, ебать. Он... И сам же пробовал, и напился до чертику, нахуй, и уже стоит, нахуй, это, какой. Друзья, видите, как у нас новый вид микроволновки, вернее, духовки. Ну-ка, покажи, как ты достал, и это, видите, как, раз. Опс. Опс, да, вот, да, нагрелся, вот, ну-ка вытаскивай. Хоба, вот, видите. Всем приятного аппетита, кто кушает, ставим. Спасибо. Вот такой вот, друзья, Сереге жирный лайк. Сереге, кстати, пожелайте тоже, да, приятного. Смотрите, как человек с аппетитом после работы, от трудного тяжелого. А еще анекдот. Анекдот еще. Ага, кум идет мимо кумы. Дай-ка я к куме зайду. Ну, заходит такой, блядь, к ней, к куме, кум. Ну, раз она такая аппетитная, охуенная, фигуристая такая, красотка, нахуй, ебать. Ну, вот мне представил, то за задницу возьмет, то за ляжки возьмет, то за сиську возьмет, то за письку возьмет. Ну, да ты что, отстань, нахуй, я ж твоя кума, как ты, блядь, ебаный, блядь, ты мне домогаешься. Он говорит, блядь, ну, хочу тебе, знаешь, вот, блядь, охуенно хочу тебя, кума. Он, да ты ж мой кум, нахуй. Ну вот, ну какая кума под кумом не была, значит, не кума, нахуй. Ну да, мне. Она такая, ну, блядь, его народ, купишь мне итальянские сапожки? Он говорит, ну, блядь, да, куплю, нахуй. Я сейчас иду как раз по магазинам, блядь, куплю тебе сапожки. Ну раз, и попиздил. Заходит первый попавшийся на рынок, заходит первый попавшийся, этот самый, точка, блядь, вот там галоши продаются. Он галоши, нахуй, по 50 рублей покупает, нахуй, находит, блядь, и упаковка из итальянских сапог, нахуй, 39 размера вроде бы там, и туда, нахуй, хуяк эти галоши. И ну и приносит к куме, блядь, кума, о, блядь, ты меня, однако, купил, блядь? Она, ну да, я ж твой кум, нахуй, ебать, блядь, ты. Она, ну давай я померю. Да я знаю, вот видишь, 39 твой размер. Ух ты, как хорошо обо мне, хорошо все так, знаешь. Ну раз, хлоп, нахуй, на кровать, и он ее попер, блядь.
И она такая, она, он ее ебет, она приговаривает. Шире ножки, выше ножки, заработал кума итальянские сапожки. А он такой, а он ее приговаривает, ебет, приговаривает. Хорошо ты, кума, ебешься, блядь, сука. Ну, и в галошку, сучка, обойдешься, блядь. Галешем обойдешься, да?